Всем привет! Сегодня я бы хотел рассказать вам о Новой Зеландии, ответить на многие вопросы, например, на такой: если есть Новая Зеландия, то ведь должна быть и старая, не так ли? Сегодня вы услышите ответы на этот и многие другие вопросы. Приятного просмотра! Если о существовании Новой Зеландии знают практически все, то вот где находится старая, знают немногие. В Европе есть два места с названием Зеландия. Первое находится в Дании. Это один из крупнейших островов этого государства. На нем располагается ее столица Копенгаген. Но очевидно, это не то место, которое мы ищем. Ведь датские мореплаватели не занимались тем, что исследовали острова в океане. Есть также место и с таким названием, но уже в Голландии. В переводе с голландского Зеландия обозначает «морская земля». Именно там, в Нидерландах, и находится Старая Зеландия. Хотя старой она, конечно же, не называется. Это просто Зеландия. Теперь я бы хотел рассказать, почему в честь этой провинции и была названа Новая Зеландия. Во время исследования этого региона голландский мореплаватель Абель Тасман обнаружил эти острова, но совершил ошибку. Он полагал, что оказался у земли, которая уже ранее была открыта и названа Штаттенланд, то есть земля штатов. Название было дано в честь генеральных штатов, парламента Нидерландов тех лет. Впрочем, это было ошибкой. Впоследствии мореплаватели обнаружили, что Абель Тасман совершил ошибку и исправили ее. Это место на картах стало называться Новая Зеландия, но тогда писалось в латинский манер. Его написание вы прямо сейчас можете увидеть на экране. Впоследствии регион был исследован Джеймсом Куком, британским исследователем и мореплавателем. Он полностью исследовал острова и сделал их точную карту, очень похожую на современную. И тогда название этих островов стало писаться на британский манер New Zealand, или же Новая Зеландия. Также я бы хотел отметить, что изначального названия у островов не было. Аборигены называли их по-разному, и порой названия относились не ко всем островам, а только к какой-либо одной области. Поэтому можно сказать, название Новая Зеландия было дано острову впервые, и ранее архипелаг названия не имел. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, оно вам понравилось. Обязательно подпишитесь на канал. Поставьте лайк. Так я смогу увидеть, что стараюсь не зря. Видео будут выходить чаще. Их качество также будет становиться лучше. Спасибо за внимание.